Если бы я не остановилась, чтобы попить воды, да если бы не было того карманника, я бы тебя никогда не узнала. Ну, возможно, это не случайность, даже неизбежность. Встреча не может быть неизбежной, в ней как минимум два фактора. Вот сегодня у меня встреча, и она точно неизбежна. Господи, Макс, что у тебя там? Кто это сделал? Макс. Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Что за встреча? Мне ревновать? Нет. Это будет не самая приятная встреча. Я в душ. Даночка, рюкзак здесь, я тебя жду. Да, побегу. Что это за суммы? Их выводили из энергии, и только легальные платежи. Ничего себе. Угу. Не думал, что Георг так любил своего внука. Выполнял все их условия. Мам, я освобожусь через 2 часа. А ты? А я не знаю. И мы все вместе поедем гулять. Да. Ну, хорошо. Через 2 часа я в полном твоем распоряжении. Давай. Давай. Пока, мам. Пока, вам хороший. Пока. Пока. Побежали. Да? Это Энка. Я подбросила ему ваш жучок. Он только что куда-то ушел. Куда? Я не знаю. Я хотела за ним проследить, но он сел в такси и уехал. Итак, госпожа Любимова решила нас покинуть. Нужно выбрать нового главу финотдела. Вариантов немного. Зинченко, Рудберг, кто еще? Наверное, все-таки Рудберга. В чем дело? Я прошу прощения.
И что все как на углях? Прошу прощения, что опоздал. Ничего, присаживайтесь. Да что с вами такое со всеми? Хотите что-то сказать? Да. Я хочу предложить переизбрать главу совета. Это что такое? Да. Понятно. И для чего? И ведь ты не шутишь. Да какие уж тут шутки. И что это значит? Компании нужен новый руководитель. Переизбрание главы финансового отдела – это вторично. Я думаю, что здесь есть многие, кто меня поддержит. Я не буду поддерживать. Я за. Мне кажется, это… Значит так. Никакого переизбрания проводить мы не будем. Что за бред? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Один глава, потом другой. С чем-то не согласны? Давайте обсуждать. Не надо устраивать сыр. Ты что здесь делаешь? Тебя кто сюда пустил? Дедушка. 51% акций Максфарма. Что это? Право решающего голоса. К сожалению, все это будет моим только через полгода. Дуралекс седлекс. Закон суров, но это закон. Но! Трастовый фонд, который управляет этими акциями, находится под моим контролем. Сюрприз! И что ж ты хочешь, Макс? Чего делается? Вы продадите свои акции. Компания скупит их по рыночной цене. После этого вы покинете компанию. Только мы вдвоем, да? Да. Так, все, хватит. Охрану в зал совещаний. Лично пришел? Проводи этого юношу к выходу из офиса. И забери у него пропуск. Я не могу. Что? Пропуск выдан Георгом Тармановым около года назад. Он действителен. А я думаю, что нам нужен просто новый начальник службы безопасности. Ты уволен. А вот это вряд ли. Спорим, не уволен? Спасибо. Итак, насчет нового главы компании. А тебе не рано на такую должность? А я и не собираюсь. Есть более достойный кандидат. И кто он? Например, Антон Антонович. Всех юристов в мой кабинет. Немедленно. Да-да-да-да-да. Хороший. Да. Нет, правильно, а какие еще варианты? Спасибо. Он упал с 4-го этажа. Я видела, как он умирал. Этот человек похитил моего сына, но я не чувствовала радости. А Максим? Когда я пошла к нему, он уехал. Его ждала машина. Просто уехал? Он оставил мне это. Он знал кружочок и знал, что я там буду. Я не говорила ему ничего, я клянусь. Неважно. Я позвоню ему еще раз. Опять разрядился. Ты что ж такое? По 2 раза в день. У вас случайно нет от моего подзарядника? Я не знаю, где он. Я не знаю, чего он хочет, о чем он думает. Я ничего о нем не знаю. Макс, он неплохой. У него есть некоторые странности, но он никому не желает зла. Ты так чувствуешь? Типа того. Ты не обращал внимания, твой телефон в последнее время сильно греется, перегревается? Да, кстати, и греется.
На твоем телефоне установлено как минимум 2 шпионские программы. Ну, чтобы их установить, большого ума не надо, нужен лишь физический доступ к телефону. Так вот, эти программы в реальном времени передают всю информацию через интернет. Какую? Любую. Сообщения, почта, разговоры. Причем микрофон включается в тот момент, когда вокруг что-нибудь происходит. Скажи, ты свой телефон никому не давала в последнее время? Нет. Максиму, например. Я как-то забыла его у него дома. Может, ты следил за мной все это время? Значит, он знает, где мы не знаем, где он. Да? Аня, привет. Прошу тебя приехать сейчас в офис. Здесь твой сын. Ведет себя так, что никто не может понять, чего он добивается. Приезжай, пожалуйста. Просмотрите личные дела всех сотрудников. Отберите тех, кто проработал в компании больше 12 лет и приглашался на работу моим дедушкой. Таких, как я, например. В следующем месяце все они, все вы получите премиальные бонусы. Ну, это очень хорошие новости. Здесь сотрудники, которые подлежат увольнению. Неблагонадежные. Их там немало. Пусть юристы решают как, но уйти не должны как можно скорее. Хорошо, я займусь этим. Максим Андреевич, там полиция. Что они хотят? Они ищут вас. Мне вызвать юристов? Нет, пока нет. Их нашли отравленными на складе. А это твой хороший знакомый, так? Этих двух раньше никогда не видел. А этого видел дважды. Я потерял документы, он их нашел. Хотел их продать, но назначил высокую цену. А потом он спрыгнул с 4-го этажа стройки. Там были еще свидетели, кроме моей мамы, верно? И эти трое человек не имеют отношения к твоему похищению? Похищение? Меня никто не похищал. Не знаю, с чего вы это взяли. Хорошо. Рецессивная мутация в X-хромосомах. Редкая форма гемофилии Б. У вас? Такой диагноз поставили твоему дедушке 13 лет назад. Лечения не было. Она проявлялась с возрастом. И тут появился доктор со своим экспериментальным методом. Требовался донор, молодой организм, генетически совместимый. Нашли донора? И тогда доктор и эти двое похитили 10-летнего мальчика, внука Георга. А Георг сделал так, что все считали его утонувшим. И мальчик все это время прожил на пчелиной ферме. Где не было пчел? Георгу жизнь спасли, но требовался постоянный донор. И мальчика оставили на ферме. Да, но ему сказали, что это он болен, а дедушка... Дедушка спасает ему жизнь. Ваша мама рассказала о шрамах. Точно такие же шрамы доктор Шувалов оставил на своих подопытных из детдома. Им тоже сказали, что они больны. Георг решил воспитывать внука по своему подобию. Стал посвящать в дела, даже незаконные. Мальчик был в плену, да, но только первое время. Последующие годы он не то что покидал ферму, а даже путешествовал по миру под чужими именами.
Наверняка Георг обещал внуку, что в скором времени он выйдет из тени и станет официальным преемником. Но как вернуть внука в общество, чтобы сохранить тайну? И Георг стал тянуть время, придумывая план о возвращении. Но время распорядилось по-своему. Но я знаю, Макс, что когда придет время, ты сделаешь все, чтобы этого не допустить. Был сложным человеком. Когда Георг умер, доктор приказал вот этим двоим освободить тебя. Они накачали тебя снотворным и отвезли на станцию. Вот скажи, вот такой вот был план Георга. Ты возвращаешься, заявляешь о своем похищении. Георг объявляет тебя своим преемником, мы находим эту пчелиную ферму. Вот и все. Ну нет, если бы мы ее не нашли, ты бы, конечно, нам помог. И вспомнил там пару деталей. Ты должен был платить доктору. Даже сделал ему один перевод через Макс Фарм. Вот. Компания Биотек, Румыния. Консультационные услуги. Но только платить почему-то перестал. Почему? Я обязан отвечать? А я за тебя отвечу. Потому что ты узнал, кто донор, а кто спасенный. Всякий путь прям в глазах идущего. Вот ты даже преследовал его. Зачем? Хотел узнать правду о донорстве или получить вот эти документы. Но они же фальшивые, ты же в курсе. Это не мои. Хотя фотографии похожи. Охранники отравлены ядом Гюрзы. Доктор погиб при встрече с тобой. Тебе придется многое объяснить. Это вряд ли. Я не имею к этому никакого отношения. Ни к этим людям, ни к пчелиной ферме, ни к чему. Если у вас нет оснований меня задерживать, то я намерен уйти отсюда. Или предъявляйте обвинение и вызывайте адвоката. Максим! Подожди. Я знаю, что сделал дедушка. Я теперь все знаю. Боже мой, я даже представить не могла, что это возможно. Поэтому ты нас так всех ненавидишь. Это все в прошлом. Ты хотела что-то сказать? Ты хочешь закрыть исследовательский центр, выгнать людей. Но я очень тебя прошу, не делай этого. По крайней мере, сейчас. Решение уже принято. Хорошо. Хорошо, я понимаю. Как бы там ни было, я люблю тебя. Просто больше всего на свете я не хочу, чтобы ты был похож на своего дедушку. У Филиппа есть дом в Старорецке. Если ты продашь свои акции, я оплачу переезд. Максим. Привет. Значит, ты играл роль жертвы, чтобы отобрать у родственников компанию? Всем нам приходится чем-то жертвовать. Не надо демагогии. У меня тут стояла шпионская программа. Не знаешь, откуда она взялась? Я ее туда поставил. Зачем? Чтобы следить за мной. Тебе не кажется, что это мерзко? Мне нужен был свой человек в компании, которому я мог бы доверять. Послушай, Энка, я не хочу вранья. Я хочу только правды. Ты использовал меня в своих семейных интригах.
Максим Андреевич, вы распорядились уволить хороших, опытных специалистов с долгосрочными контрактами. И? У всех у них семьи, кредиты. И что? Мне в компании нужны только те люди, которым я могу доверять. Слушаю вас, Максим Андреевич. Митрохин уже пришел? Да. Пусть зайдет. Здравствуйте. Митрохин Сергей Сергеевич, вы уволены. По всем вопросам в наш юротдел. Свободны. Как же так? Мне вызвать охрану? На одного человека у меня ушло меньше минуты. Сколько вам потребуется времени, чтобы уволить всех, кого я попросил? Я вас понял. Аня, что происходит? Я думаю, Витя знает больше, чем я. Я знаю то, что наш папа украл твоего сына. Для того, чтобы спасти себе жизнь. А Макс мстит всей семье за свое украденное детство. Вот такие дела. Он хочет избавиться не только от нас. Увольняет всех нормальных сотрудников, оставляет только отъявленных мерзавцев, готовых на все ради прибыли. Конечно, не таких, как ты. Слушай, Ань, ну ты же понимаешь прекрасно, что он имеет в виду. Давайте мы не будем переходить границы. Я не знаю, зачем он это делает. Я знаю. Хочет вернуть компанию в 90-е годы. Серые схемы, двойная бухгалтерия. Наслушался отцовских рассказов. Аня, может, ты ему объяснишь? Сейчас другое время. Он меня не слушает. Он хочет, чтобы я продала акции и все. У тебя совсем нет денег? Или ты бросил пить? Послушайте, есть предложение. Мы можем объединить наши акции. И будет чуть больше 30%. Если к нам присоединятся другие директора, будет более 40. А с противоположной стороны будет 51. Или даже больше. Ну и что? Мы сможем разделить активы. Неплохая идея. Вить, что думаешь? Неплохая. Ань, ты чего делаешь? Витя, а где твои вещи? Решил прибраться. Ты что, уже продал свои акции? Да, я продал свои акции. Компании по рыночной цене. А сам написал заявление по собственному желанию. Ты что, баран? Нет, Боренька. Если бы я был баран, я бы продолжал воевать за эти акции, вместо того, чтобы заниматься тем, что мне действительно нравится. Витя, ты предал нас! Я 10 лет работал. Все делал так, как папа хотел. Как марионетка, как робот. С меня хватит, ты понял? Прекратите! Да? Привет, ты не занята? Можешь приехать, у нас дома проблемы. Сейчас буду. Кое-что хотели все-таки уточнить. Мы можем это сделать? Да-да, никаких проблем. Звоните в любое рабочее время. А это ваша супруга Анна Георгиевна? Да. Здравствуйте. 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 Что происходит? Вот что-то не очень хорошее. Собственник дома и участка – компания «Макс Фарм». И что? У нас долгосрочная аренда. Согласно договору, в определенных ситуациях… Подождите. Вы выселяете нас из дома? Да, к сожалению, сейчас именно такая ситуация. Вам придется покинуть дом в течение месяца. Всего вам доброго. До свидания. Ну что, самое время поехать ко мне. Поживем в Старорицке какое-то время. Дана будет рада. А ты?
как ты быстро управилась. Мы с папой вон 3 дня собирались. Грустишь из-за переезда? Да нет, мам, ты что, наоборот, ура! А почему ты с нами не едешь? Я приеду позже. Мне нужно закончить кое-какие дела. Когда? Через несколько дней. Не переживай. Ну, хоть кто-то рад переменам. К тебе пришли. Кто? Ну, хотел сказать невестка, но подумал, это будет неуместная шутка. На заднем плане. Тебе помочь? Нет. Привет, что случилось? Я хотела поговорить. Мне кажется, он до сих пор стыдит за мной. Максим? Я поэтому не стала вам звонить. Вдруг он поставил мне жучок или вам? Ничего ты хочешь? Макс, он мне нравится. Иногда мне кажется, что он может быть опасен. Я не знаю, что мне делать. Лучше держись от него подальше. А если что-то... А если что, обращайся в полицию. Серьезно? Но я его не знаю. Я его совершенно не знаю. Я, наверное, должна просить прощения за то, что втянула тебя на себя. Да я сама вроде как. Может ли он быть опасен? Я думаю, да. Его 12 лет воспитывал человек, который... Его дедушка, как Георг Тарманов. А хочешь, я тебе расскажу, как он создал свою империю? Вот так, не для печати. А впрочем, наплевать. Есть время? Да. Ну, пойдем, угощу тебе чаем. Сменила номер. И телефон. Что тебе нужно? Поговорить. Ты боишься меня? Похоже на то. Но я никогда не причиню тебе вреда. А твой дедушка мог бы? При чем тут мой дедушка? Твоя мама. Он рассказал мне кое-что про него, если даже половина того, что она сказала, правда. Мой дедушка умер. Оставив после себя достойного наследника. Ведь он воспитывал тебя, заменил тебе отца, мать, заменил тебе всю семью. Давай не будем о моем дедушке. А давай вообще не будем. Уходи. Не приходи ко мне больше. Просто забудь меня. Это будет непросто. Если ты будешь меня преследовать, я вызову полицию. Так будет проще. Уходи. Ну, вот и все. Прощай, домик. Угу. Ладно, спасибо этому дому, мы пошли к другому. Точно решил остаться? Угу. Мам, давай ты с нами поедешь. Я позже приеду, пока остаюсь. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Пока. 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 Пишите, звоните. Ты тоже. Угу. Пока. Давай. Проходите. Мы приезжаем, извините, присесть некуда. Я вернул тебя в офис. На должность... Как там? Руководитель отдела стратегического развития. Вы получите право подписи договоров. Нанимать на работу новых сотрудников. А зачем мне это нужно? Мы сделаем большой заказ для твоего центра. Переведем его в разряд стратегических. А ты от имени Максфарм заключишь с сотрудниками новые контракты. Марсена протестует эти контракты. Но он не выиграет ни одного дела. Ему будет проще откупиться. Или пойти на наши условия.
Здрасте. Здрасте. Заполучили мою статью? Да. Прочитали? Да. Ну и как вам? Ну, должен сказать, Георгий Тарманов, цели и средства. Это круто. Без сарказма? Никакого сарказма. Иван Александрович, будьте любезны, подойдите ко мне с договором. Ну что, готовы подписывать договор? С Твойдом? Да. Лайфэйд? Да. Да, конечно. А что, он уже готов? Не переоценивай себя. Это типовой договор для штатных сотрудников. Прочитайте. А когда вы опубликуете статью? Когда подпишешь договор. Один ваш. Угу. Ну что, быстро ты. А статья будет ближе к вечеру. Скажи мне, откуда у тебя столько информации о Георге Тарманове? Это его дочери, Анна. До свидания. До свидания. Ну как? Класс. Я хотел собрать совет директоров. Никто не отвечает на мои звонки. Даже секретарши разбежались. Печально. Что будем делать? Сражаться. И умирать. Что тебе, Брут, нож подточить? Борис Георгиевич, вас уволили еще утром. Незаконно. Обратитесь в суд. Вам придется покинуть помещение. Анна Георгиевна, вас, кстати, это тоже касается. Извините, понимаю, ты всего лишь исполнитель. Пошли. Борис Георгиевич, ты что за детский сад? Пошел вон, Иуда! Боря, Боря, успокойся, это бессмысленно. 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 Все бессмысленно. Это не твой сын нас уничтожил. Это сделал наш отец. Это уже не важно. Я забрал твои игрушки. Куклы, мечи. Это ведь отец, да? Он посоветовал тебе. Он сказал, что если у меня нет сил справиться с кем-то, то я должна найти того, кто справится. Забирай все, что можешь защитить. Вот что он мне сказал перед тем, как я забрал ту коробку с игрушками. Боря, мне очень жаль. Все это было неправильно. Ты прости меня. Он опять победил нас. Переиграл. Борис Георгиевич, мы же можем вызвать полицию. Рот закрой, дешевка. Согласен продать акции.
и горите вы все в аду. Девушка, это вам. Это вам. Подождите. Это вам. Спасибо, но... Подождите. Ничего не понимаю. Вам. Спасибо. Это вам. Для вас. Спасибо. Это вам. Спасибо, но... Это вам. Спасибо большое. Ну, хоть вы скажите. Это вам. Это да, вам. Для вас. Спасибо, ребята. Еще. Борис Тарманов только что продал все свои акции. Ваша мать по-прежнему отказывается вести переговоры. Хорошо. Скажите, что пресс-конференция будет послезавтра. Хорошо. Угу. И мне нужны все компании, которые сотрудничали с этим фондом. Спасибо большое. Спасибо. Китос! Горячие финские парни. Я думаю, в течение недели они ответят. Что у тебя? Вам прислали. Это что? Пресс-конференция Макс Фарм завтра. Именное приглашение. Лично для вас. Неожиданно. Думаете, нас ждут новые откровения? Да не думаю. Этот парень уже избавился от всех конкурентов. И от всех преград. Ну, вы-то остались. Остался пока. Дамы и господа, добрый вечер. Как советник нового главы компании Max Farm, выражаю вам благодарность за то, что вы пришли на эту пресс-конференцию. Я хочу сказать, что компанию Max Farm ждут большие перемены в самом ближайшем будущем. Мы будем работать максимально открыто. Я вижу, здесь присутствует полковник Тимощук из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Господин Тимощук, здесь так называемая вторая бухгалтерия Max Farm, которую для моего дедушки вел Бергман, финансовый директор. А, дамы и господа, к сожалению, мы вынуждены прервать нашу пресс-конференцию. Максим Андреевич, я попрошу вас. На первой странице адрес Бергмана. Если вдруг у вас какие-то вопросы. Максим Андреевич, я попрошу. Максим Андреевич, а это можно считать? Без комментариев. Ну а что? Все позже. Пресс-служба проведет брифинг. Я готов пойти на сделку, готов к полному сотрудничеству. Привет. Слышите? Давай. Акции Max Pharma обесценились почти в 30 раз. Это спровоцировало падение акций и других фармацевтических компаний. Предоставим слово нашему эксперту. Встречай маму. Мама! Ура! Мама приехала! Да, моя сладкая. Папа из-за тебя так нервничал. Как дела? Да все нормально. Не считая того, что у нас нет денег, мы разорены.
Все нормально. Я же тебе все сказала. Я обанкротил Макс Фарм, чтобы не быть похожим на дедушку. Твоя статья опубликована вместе с новостью о пресс-конференции, на которой я слил компанию. Но зачем ты это сделал? Эта фотография все изменила. Я расскажу тебе все как есть, если ты мне дашь такую возможность. Вы вроде бы опаздывали. Максим, почему вы уничтожили вашу компанию? Правда, что вы пошли на это ради своей девушки? Именно так. А на что вы будете жить? Вот она, настоящая любовь на миллионы. Наследник фармацевтической империи Георгия Тарманова, разрушил свою компанию ради любимой женщины. Разрешите? Ну, поздравляю. Поздравляю. Сколько вы над этим делом бились? Закрыли таки. Чем теперь на пенсии будете заниматься? Да внук родился, к нему поеду. Вот бумаги все соберу, оформлю. Как же мы теперь без вас? Да ладно, справитесь. Позвоните, если что. Представляешь, мне работу предложили. Тебе кто? Научно-исследовательский центр «Апельсин». Orange Technology? Да, работа управляющим. «Апельсин»? Какое-то название странное. Что они там выводят? Морозоустойчивые фрукты? Ты знаешь, я не смогла выяснить. Потому что сайт на реконструкции, телефоны не отвечают. Но они предлагают хорошую зарплату и, главное, рядом. Мам, ты что, опять пойдешь на работу? Дома хорошая. Нам же нужно что-то кушать. У нас папа достаточно зарабатывает. Да, папа? Точно. Детка, дело не в деньгах. Видишь, наша мама не может жить без работы. Ты заметила, какая она грустная в последнее время? Наша мама. Ну тогда иди. Но только недолго. Да? Ты не против? Вообще-то против. Но мне нравится название твоей работы. Апельсин. Ты будешь работать в апельсине. Евгений Витальевич. Анна Георгиевна. А что вы здесь делаете? Работаю. Катхантеры «Апельсина» переманили большинство сотрудников из «Максфарм». А еще они купили почти все оборудование из нашего центра и некоторые патенты. А вы? А меня пригласили на собеседование. А? Кто здесь руководитель? Я еще недавно только приступил к работе и не знаю руководства. Но мне дали телефон, по которому можно звонить в случае возникновения проблем. Ну, пока что все работает. Но вы можете с ним связаться? Да, конечно. Что это значит? Видимо, вы снова наш начальник. Максим? Прости, что не рассказал тебе сразу. Дедушка давно хотел слить Макс Фарм. За компанию числилось много грехов, но ты это сама знаешь. Да, я знаю. Поэтому последние годы он выводил деньги из компании. Борис думал, что это я ворую.
А оказывается, это был наш отец. Цепочки из сотен или даже тысяч предприятий фальшивых. Банки из 12 стран. Все это отправлялось на благотворительный фонд «Синергия». А фонд уже инвестировал в те предприятия... Которые были оформлены на отца? Нет, на меня. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте. Спасибо вам. Я не был пленником. Может, только первое время. Первый год. Дедушка сказал мне, что как только кто-то узнает о моей болезни, все сразу меня оставят. И мне надо вылечиться. А он будет донором. А все было наоборот. Скажи, он настраивал тебя против нас? Я не замечал в нем особой ненависти. Как и любви. Думаю, он боялся только одного. Чего? Потерять власть над семьей. Я никогда ему не прощу того, что он сделал. Когда он умер, на Максфарм осталось много активов. Патенты, разработки, специалисты. И ты решил развалить компанию, скупив все самое ценное по дешевке? Энка нашла это в старых вещах. Когда я понял, что дедушка меня обманывал, я решил нарушить его план. Хотел вывести всех вас из-под удара, прежде чем слить компанию. И дать тебе другую. Молодую, перспективную, чистую. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Пропуск. Доступ максимального уровня. Это начальник охраны. Как только ты вступишь в должность официально, он будет подчиняться только тебе. Спасибо. В общем, теперь это все твое. Но почему ты никому ничего не сказал? Даже мне. Боялся утечки. Мне ведь надо было показать, что я достойный преемник своего дедушки. Тебе почти удалось. Борис? Виктор? О, смотрите, кто там. А что они здесь делают? Они уже все знают. Иди позови Макса. Хорошо. Добро пожаловать в семью. Ну, привет! Здравствуйте, Анна Георгиевна. Мы ждались уже. Привет. Ты что, привет. Можно тебя поздравить? Да, мам? Да нас всех можно поздравить.